Сорт Скаген. Состояние по прикорневым гнилям хорошее. Три верхних листа активно работают на налив. Input Trio – фаза начала выхода в трубку. Siltrex Pro по колосу. Есть признаки септориоза на верхних двух листьях. В условиях эпифитотии фузариоза отмечается незначительное поражение колоса у восприимчивого сорта. Контрольный вариант без обработки фунгицидами. Листья поражены септериозом, сильное развитие фузариоза колоса. Солигор 06 однократно в стадию флагового листа. Верхний ярус листьев участвует в наливе, колос с признаками фузариоза.